кожа, конечно же, это источник волшебства и исцеления. Как-то про кожу только с точки зрения покрова говорят, что это функциональная наша оболочка, которая несет определенную защиту, создает конфигурацию телу. Ну и, собственно, как бы на этом все. Женщины чуть больше уделяют внимание коже, поскольку стараются с омолаживающими процедурами подойти к ней. Но на самом деле кожа, она не для этого созданного человека. Ну, конечно, можно сказать, что основные функции, конечно, это покров, защита и так далее. Но мы будем сегодня говорить о волшебстве и будем говорить о том, как наполнить себя новыми способностями, возможностями и исцелить себя. Вообще, когда я касаюсь таких тем, но вот меня как-то ругают периодически мои сотоварищи, что я, значит, там лишнего говорю. Те, кто слушает, говорит: «Алена, расскажи еще». И мне все время хочется какой-то баланс поймать, чтобы это было не просто познавательно интересно, но еще и ну, как-то продуктивно. Потому что я к автономам всегда с удовольствием, с радостью прихожу. И радость от того, что я могу своими техниками им помочь и облегчить путь в автономию. Ведь дело автономии, оно не такое новое, оно было всегда в нашей культуре, и мы всегда следовали правильному житию-бытию, эфирному питанию, которое есть у автономов. И для того, чтобы наладить это эфирное питание, нужно включить все ресурсы организма, перепрограммировать его, вернее так даже, очистить от нынешних системных настроек, ну и, собственно, позволить эволюционировать в правильном направлении. Потому что все есть в нас, абсолютно все. И наше тело — это источник благодати и, в первую очередь, кожа. Вообще кожа считается самым большим органом в нашем теле. И когда мы прикасаемся к коже с самого детства, когда мама нас гладит, когда нас целует, обнимает, мы в первую очередь реагируем на эти раздражители физиологически с благостью, с удовольствием, потому что это нежное прикосновение, это те прикосновения, которые делают нас счастливыми, радостными, здоровыми, нежными. Ведь недолюбленные дети зачастую в течение жизни, они не такие удачливые, как их сородичи, да, сверстники, сокурсники и так далее, которых любили, целовали, обнимали, ласкали и гладили обязательно. Так вот, кожа, она способна воспринимать те или иные прикосновения. Потому что сейчас, ну что мы знаем, да, относительно кожи? Есть массаж, и различное огромное количество видов массажей. Есть процедура омоложения, которая воздействует на кожу, напитывая ее теми или иными веществами. Есть растяжение кожи в физкультурных каких-то мероприятиях. Ну, собственно, как бы и все. Но на самом деле кожа, она воспринимает в первую очередь нежное прикосновение. Почему так? Дело в том, что сейчас практически все виды массажа настроены на то, чтобы воздействовать на мышечную массу, забывая о том, что любая мышца, находясь под кожей, она воспринимает напрямую те напряжения, которые на нее оказаны, и начинает еще больше напрягаться. Вот, наверное, замечали, почему после массажа прилив крови, потому что организм в состоянии сопротивления. То есть все массажи, которые происходят сейчас, зачастую они не расслабляют тело, они его еще сильнее напрягают. Сейчас, во-первых, все массажисты, которые есть у нас на связи, будут смотреть этот эфир, могут запротестовать или высказать свое фи, но на самом деле это так, потому что мышца, она расслабляется, соответственно, кожа реагирует на раздражители. И таким образом, что если мы нежно, очень нежно прикасаемся, как мама прикасается к ребеночку маленькому, вот тогда идет расслабление всего организма. А в расслабленном состоянии мы всегда впитываем, в напряженном состоянии мы излучаем. Это абсолютно так. И все омолаживающие процедуры, они построены на расслаблении. Кто занимался профессиональным спортом, особенно боевыми искусствами, тот знает, что существует такая непереворачиваемая поза. Это когда человек максимально расслабляется до состояния, что его невозможно поднять. Обычно это в состоянии атаки, противодействия противнику, когда противник чуть сильнее, и он может, грубо говоря, так воздействовать на тело, если ты будешь напрягаться, что тело может повреждениями
покрыться, да, и в этот момент, когда человек максимально расслабляется, с ним уже ничего не сделаешь. А почему так? Потому что тело становится текучим, мягким, и в этот момент наступает прилив сил, то есть максимальное расслабление, но суть вот максимального расслабления в непереворачиваемой позе, это то, что расслабляется не просто мышцы, расслабляются связки, фасции, органы. И в этот момент наступает максимальный прилив крови. Ведь мы стареем не потому, что кожа виновата, а потому что кровушка наша за перенапряженных мышц не поступает в органы, ткани тела, соответственно, головной мозг, который управляет всем и вся в нашем организме, соответственно, кожа. То есть получается, суть массажа не в перенапряжении, не в грубом прикосновении, когда мышца в сопротивлении пытается собраться, еще больше напрячься, а в расслаблении. Вот смотрите, какая штука. Вот деткам говорят, делайте массаж. И те детки, которым делают массажи, они чаще всего как раз и максимально напряжены. То есть они раньше начинают ходить, у них тонус мышц активный, проявленный. Это потому, что в массаже постоянно стимулируется напряжение тех мышц, которые, например, еще были не готовы, но в силу воздействия на эти мышцы идет прилив крови, то есть формирование досрочное, то есть раннее созревание мышечного аппарата. Это неплохо, нехорошо, но просто сейчас это никак не объясняется. Если кровь приливает к мышцам, то автоматически близлежащие и органы, в том числе кожа, тоже напитываются. То есть получается, что есть два стимулирующих начала. Стимулирующее начало грубого массажа и стимулирующее начало расслабляющего. Расслабляющее лучше. То есть холистический массаж и все расслабляющие массажи, связанные с легкими прикосновениями, они как раз даруют молодость кожи, расслабление органов, мышц, наконец-то приливает кровь. Если у нас приливает кровь, то организм оздоравливается. Я считаю, как физиолог, через которого прошло огромное количество пациентов, что единственная причина, почему человек болеет, это отсутствие в органе стабильного кровообращения. Других причин к заболеванию нет. Почему? Потому что если, например, к печени или к почкам не подходит стабильно, циклично, правильно, ритмично кровь, соответственно, возникает либо застой, либо кровь вообще не заходит в органы. И начинают структурные единицы почек, это нефроны, отмирать. И начинается там, где отмирает ткани, где идет легкий некроз даже, поверхностный, обязательно паразиты, которые ассимилировались в организме, то есть они есть в организме, они пробуждаются и начинают как падальщики поедать отмершие ткани. И на фоне массовой эвакуации тканей размножаться. То есть мы начинаем работать с инфекцией, начинаем убивать, глушить эту инфекцию, а по факту получается, что всего лишь нужно организовать прилив крови к тому органу, который заболел, через расслабляющее прикосновение кожи, и человек оздоровится. То есть оздоровление происходит исключительно за счет подключения и включения кровообращения к органам тканям. Почему мы иногда не чувствуем, что есть у нас проблемы? Потому что у нас, к сожалению, сейчас слабая иннервация органов. И она настолько слабая, что если даже печень заболит и покроется жировым гепатозом, и человек ее выплюнет, он даже не заметит, что это произошло. Потому что на фоне слабой иннервации практически ее нет. Органы начинают деформироваться в отсутствии кровообращения. Человек этого не чувствует. То есть получается, что если у нас организуются застойные явления в организме, и они индуцируются, то есть проецируются на кожу, то есть кожа – это обязательно пока фокус кожи, то есть как выглядит кожа, говорит о том, в каком состоянии организм. То есть мы знаем, что, естественно, тут и вибрационные гимнастики, здесь и бани, о которых я сегодня еще скажу, и много чего еще влияет. Но в целом нужно понимать, что напряжение, которая есть сейчас и которая, в принципе, стала нормой для нашей жизни, потому что мы всегда напрягаемся от слова совсем. То есть в нашей жизни нет такого, чтобы мы были в спокойном состоянии, чтобы мы отдыхали. Даже когда мы с закрытыми глазами и спим, мы все равно напрягаемся. Даже если мы находимся в состоянии там, отдыха на природе, мы все равно напрягаемся, потому что те процессы, которые есть в нашем организме, они, к сожалению,
не приостанавливаются ни на секундочку. Но имеется в виду, например, пищеварение у современного человека. Это же труд организма. И для того, чтобы он, этот труд происходил, организму приходится напрягаться. Автоному в этом плане гораздо легче. То есть получается моргание, сердцебиение, поддерживание кровообращения в органах тела. Это тоже труд, это тоже работа. То есть полного расслабления не наступает никогда. Поэтому, конечно, сейчас люди ограничены по времени жизни именно потому, что нет фазы расслабления от слова совсем. И, естественно, раз этой фазы расслабления нет, значит, будет стареть не просто системы организма, а и кожа в том числе. Ну, если мы будем говорить о таких допущениях, которые мы можем себе позволить. Так, у меня ощущение, что у кого-то включен параллельно микрофон. Вот у Вячеслава, я не вижу, как шуршание идет. Да. У кого-то Александр, а кто параллельно. включил микрофон? Я попрошу соорганизаторов это не включать никому микрофон. Этим только я здесь должен заниматься. Да, я не с ревностной точки зрения, а что я слышу шаги, то есть параллельно кто-то ходит. Ну, хорошо. Вот, то есть получается, что то, что происходит у нас с кожей, это напрямую происходит у нас с органами и частями тела, то есть органоидами или, например, ножками, ручками. То есть отсутствие определенных там чистых зон, да, на теле, какие-то пигментные пятна или различные там патологии кожи, в том числе грибковые патологии. Это все на фоне перенапряжения организма. То есть если организм расслабляется, то есть он дает себе отдыха, то есть он не занимается пищеварением, он, например, там расслабляется, отключается мыслительная деятельность хотя бы на какую-то толику времени. Или, например, есть процедуры специально расслабляющие, как прикосновение кожи, о которых я сегодня еще буду говорить, то есть возможность либо приостановить старение совершенно полностью, либо на некоторое время его отсрочить. Потому что те морщины на лице, которые появляются, они появляются исключительно из-за того, что есть группа мышц, которые перенапряжены и никогда не расслабляются. То есть нет фазы расслабления. Ведь в детстве, пока сохраняется occipitальный рост это постоянный рост, он заканчивается не просто так 21-22-25 лет, а именно потому, что перенапряженный организм на фоне зашлакованности печени не способен регенерироваться. То есть он не воз... на фоне отсутствия правильного питания или его полного отсутствия, или, например, каких-то деятельности, которые перенапрягают организм и вводят в его состояние стресса, акцепитальный рост останавливается. Соответственно, с момента того, как акцепитальный рост останавливается, или в принципе рост человека останавливается, будем так говорить, человек начинает медленно, но на глубоком уровне зажиматься и проявляться как морщинистый облик начинает проявляться. То есть морщины надо не кремом мазать, дорогие мои девочки, не в каких-то там медицинских организациях натягивать кожу так, что она готова лопнуться, а работать со своими внутренними организациями. То есть смотреть, что с перенапряжением, как органы себя чувствуют. Чаще всего это опущение органов, это перенапряжение связок, фасций. То есть все опускается, все начинает провисать именно потому, что и на фоне опущения органа, на фоне перенапряжения кожа по индукции начинает брать на себя удар и проявляться в таком вот виде, в котором зачастую после 30, после 40 человек выглядит. Поэтому, естественно, нужно работать через расслабление. Если это расслабление, то какое? Да? Я вот начала с того, что детки – это наше все. Когда мы смотрим на деток, мы сразу понимаем, как должно быть. Потому что наши пупсики, вот возьмите новорожденного ребеночка и пальчик вот так вот тихонечко опускайте в животике между органами. Можно пройти до позвоночника. Ребенок как спал, так и будет спать. То есть мягкие мышцы, мягкие фасции позволяют внутрь органов попасть, посмотреть, какое кровообращение. Я на собственном опыте знаю, что мои детки, которых я всегда и массажировала, и гладила, они мягенькие.